Приветище, это Феникс Райзинг, и мы продолжаем наши удивительные мифические приключения. И знаешь, что я заметил? Захожу я такой в свой инвентарь и гляжу, а здесь дракончик появился. Это дракончик после того, как мы победили какого-то молниеносного петуха в прошлой серии, если ты не видел, то посмотри. Фосфор окаменеющий. Затрата выносливости при использовании плаща фосфора минус 50%. Плаща фосфора. Это о каком плаще идет речь? У него вроде как крылья, у него нет плащей. Так, в этой форме фосфор несет в себе жажду мести медузы. К счастью, он направляет ее на ваших врагов. Это очень хорошо. Могу его заменить на кого-то другого. Ух ты, какой он классный. Прикольненький, симпотненький. А он будет как-то со мной летать? Я не понимаю вот это вот. Вызови фосфора. Фосфор, приди ко мне. Не, непонятно, как его призывать пока. Ладно, с ним нам предстоит разобраться, с этим фосфором. По поводу коня. По умолчанию у меня стоит олень, но я хочу коня. Вот, пусть у меня будет конь. И еще у нас что-то здесь вот есть. Благословение. А, мы же тогда Афродиту спасли. Мы освободили ее от корней и получили объятие Афродиты. Восстанавливает все деления шкалы здоровья, израсходованные в бою. Время восстановления 20 минут. Тоже неплохо. Значит, мы находимся с тобой вот здесь вот. А пойдем мы вот сюда. Тут куча всего интересного, и плюс здесь какое-то еще дополнительное яблоко. Что-то там прям скрыто. К тому же, мы в прошлой серии видели падающего феникса, молнии среди ясного неба. Вот хочу туда добраться. Так что, let's go. Именно в ту сторону. Конягу! Конягу, ла, призвись. Кио! Ништяк, красавец мой жеребец. Да, кстати, как же его звали-то? Я его назвал его бро, а по-моему его зовут по-другому. Там во время приручения его называли... Как тебя зовут, скакун? Молния. Молния его зовут. Вот такое вот имя. Ну, значит, Молнией мы и будем его тоже звать. Никаких Игогобро. Это в прошлом. О, смотри, что тут светится. Что тут такое? Сундук? Давай откроем, посмотрим, что там. Но ничего интересного. Продовольствие и ничего более. Хватит уже лазить по статуям, окаменелостям. Погнали дальше. У нас и так мало времени. Нам нужно добраться до Феникса. Вижу я свечение на мосту. Кабаны какие интересные. Обычные кабаны. Лесные кабаны. Видел я свечение здесь? А его тут нету. Галики. Галики, походу, словил. А, нет, не галики. Вот он, мост. А за мостом свечение. Вот, вот смотри, сундучок. И еще и синие грибочки. Отлично. Синие грибочки восстанавливают выносливость, и оно нам пригодится. Что в сундуке? Барабанная дробь, и вы получаете еду. Это как Якубович со своим ящиком. Достает оттуда яйцо, а в яйце ключик. Я также надеялся, что у меня будет тут ключик какой-нибудь. Кстати, ключик тогда был от автомобиля. Вот. Прикинь, да. Якубович достает, короче, из чемодана яйцо. Мужик такой офигевает. Ему тогда предлагали огромную сумму денег, а он отказался. А ему яйцо достают. Он думает, вот, блин, лучше бы я деньги взял. А Якубович тогда, короче, яйцо взял, разбил, а там ключи от автомобиля. Так что не зря все-таки от денег отказался. Что-то тут мы имеем. Смотри. Воздушный поток, который поднимет нас наверх. И помимо него тут еще что-то есть. Ух ты, ух ты. Ух ты. Алтарь и куча мертвых душ солдат. Точнее, как души могут быть мертвые, правильно? Просто души солдат. Угу. Ладно, поднимемся сейчас на воздушном потоке. Вон туда. И там еще один воздушный поток. Ну хорошо. Показывайте нам. Что там? Че? Почему я не поднимаюсь? Попыточка номер два. Что-то, короче, очень плохо нас поднимает. Ладно, сам заберусь. Ну, товарищи, показывайте, что тут такое интересное. Испытание. Давай встанем. Я встал на него, и что? Какое испытание ты? Что-то ничего не запустилось. А, вот, теперь запустилось. Окей. Куда? Все понятно, надо по всем вот этим воздушным потокам пробежаться. Окей. Вон до того сияния. Блин, давай, запрыгивай. Не тормози свои попеции. Так, хорошо. Врубаем нитро. Ага.
Давай, мы должны успеть. Времени в обрез. Ну же. Ну все, в принципе, нитро врубай. Есть, я пришел. Хо-хо-хо. Сколько монеток дадут? Ну, наверное, 2 штуки. Легенькое испытание. Да, 2 штучки. Нифига себе, смотри, что там. Опаленные какие-то земли. Там и вон стражи. А мне вон туда надо. Посмотреть, что же там за птичка-то. Не, уберите, пожалуйста. Что же там за птичка упала? Ладно. Скарабкиваться придется долго. А вон расщелина. Пойдем вначале к расщелине. Сбегаем. Черт, внизу столько грибов. Нет, я не могу их пропустить просто так вот. Ну не могу. Стой, спокуха. А уж кричать начала, что расшибется в лепешку. Но я-то не позволю. У нас еще куча дел. Мы 3 богов не спасли. Угу. Разлом охраняет бугай. А, еще и вот эти штуки. Так, ладненько. Давай одну сейчас собьем. Она даже не подозревает, что в нее стрела летит. О-о-о. Еще одна. Сейчас еще парочку простых запущу. Есть попадание. Есть. И последнее. Блин, не последнее, оказывается. Ух ты! Ты чё это? На последнем издыхании мне леща задала. Угу. Дерево снес. И сейчас будет в меня кидать. Не очень круто. Не очень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Близко было. А, ну вот, здорово, что ты тут. Кстати, это бревно, я могу обратно ему закинуть. Сейчас я вначале с этой птичкой разберусь. А бревно-то укатывается, он еще и камень взял. Негодяй какой. Спокойненько, не кипишуй. Давай я возьму. Да я не камень хотел, ну ладно. Ну ладно. А, деревяшку никак. Деревяшку никак. Хорошо, будем разбираться так. Мы знаем тактику, как бороться с тобой. Через ноги. Что ты творишь, женщина? Что ты творишь? Он камень берет, и я тоже беру. На тебе по сапатке. Мой камень. Спасибо. Лови. Так обожаю камни кидать в него. Черт, выносливость. Выносливость кончается. Фух, сейчас передохнем чутка. Не надо так делать. Знаешь, что я подумал? Давай я в тебя постреляю. Я просто из лука вообще редко стреляю. Еще и в прыжке. Смотри, как могу. Промахнулся. Прямо охнулся. Ну все, хватит. Поиграли и хватит. Давай на разборке. Опа. Опа. Видал, какой шустрый, да, по малькам? Довольно сложно попасть. Убегаем. Теперь с прыжка топором. Хоп. Снова убегаем. А теперь с лука. Вот так вот парочку. Промахнулся. Парочку стрел прямо на запырочку. Ой, кончились стрелы. Убегаем. Добиваем. Давай-ка возьмем вот эти вот камушки. Смотри. Прелестный камень. О! Оглушили и добили. Доступно улучшение здоровья. Спасибо. Но сперва я хочу сходить в разлом. Я давно по ним не лазил. А в разломах, как мы знаем, можно достать стрелу Зевса, хотел сказать. Молнию Зевса. Которая нам поможет потом улучшить наши способности. Итак. Да, я снова в разломе. Переход. Темница Одиссея. Ну, Одиссея, это мы знаем. Что тут делать нужно? Расскажите, пожалуйста. Адовые какие-то кнопки, сундуки. Запечатанные. Так. Тут, в принципе, все понятно. Попасть туда надо. А, черт. Момент. Ну же. Ага, негодяй, а. Вот так вот сейчас сделаем. Один готов. Где еще один? Значит, я предполагаю, что нужно стрельнуть вот таким вот образом. Вон, да, вдалеке, смотри. Далеко. Мы сейчас кружочек навернуть. А, не сможем на кружочек навернуть. Черт. Это будет крайне сложно.
Сейчас попробую обычной стрелой пульнуть. Попаду, не попаду. Даша его знает. Не, она не долетит. Хорошо. Вылавливаем момент. Давай, сейчас. Сейчас. Надо было направо. Вылавливаем момент. Сейчас. Я думаю, сейчас самое оно. Черт. Во-во-во-во-во-во. Успеваю. Красота. Есть. Еще один загорелся. О, появился факел. То есть нужно зажечь сейчас что-то. Ладно, полетели, посмотрим, что зажечь надо. Стрела загорелась. Загорелась. А, вон что надо. Все понятно. Все это сейчас сгорит. Что дальше надо будет делать? Покажите, пожалуйста, что надо дальше делать. Здесь я активировал. Кольцо. Ясно. Надо пролететь через кольцо. Есть. Другое кольцо. Есть. И что-то я еще не активировал. Еще что-то я не активировал. Там, ох, блин, как колонна-то шевелится. Страшно, очково, капец. Вот это вот что такое? Вот это... Вот теперь ясно, что мы подожгли. И теперь третье кольцо должно появиться. Сейчас вверх оно должно где-то... Где-то здесь. Вот оно, вот оно. Ну подожди, малютка. Да! Наконец-то попал. В три кольца. И причем они выстрелились все в ряд. Ой, как хорошо. Ну, наконец-то я зажег. А это говорит о том, что сундук открыт. Фух. Тут должно быть что-то интересное. Как я грамотно с локтя. О, шлем выводка Тифона. Хо! Против Тифона будет классно его одевать. Давай посмотрим, как он выглядит. Шанс тройного урона при попадании. Давай-ка. Забавно. Какой-то... Стимпанк. Ну все, поехали. Точнее, полетели. За молнией. Молния. Иди в мои объятия. Я как выскочил с этого разлома эпичника. И все, и разлом закрылся. Ну что, продолжаем. Продолжаем идти к Фениксу. Надеюсь, что там все-таки Феникс. По пути сразу срублю еще парочку гранатиков. Ой, тихо. Не нападай на меня, пожалуйста. Ты же добренький, ты же хорошенький. Скрытая атака есть, да? Сейчас попробуем. Ой, не получилась скрытая атака. Ладно, это обычный кабаны. Хотя как обычный? Они как Соник, смотри. Могут в колобок превратиться и зашибить тебя. Не буду я их трогать. Это обычные кабаны, они... Они одержимы бесом. Ну, то есть не красные такие. Так что я, пожалуй, пойду. Не буду их трогать. Фух, добрался до этой горы. Осталось только по ней взобраться, и там будет та птичка, которая рухнула на эту гору. Сейчас мы узнаем, что это. Опа-на. А, вот она, эта птичка. Такой модной походкой. Я бы не стал ее в руки брать. Привет. Досталось тебе. Не сдаешься, да? Что ж, я тоже. Феникс! Не трогай эту тварь! Что ты здесь делаешь? Я видел удар молнии и, само собой, пришел, чтобы довершить дело. Уж в этом-то я мастер, знаешь ли. Да, не сомневаюсь. Но я спасу бедняжку. И только попробуй сказать мне нет. Нет, это слуга Тифона. Стой, у меня видение. Ты скажешь, но ему нужна помощь. Я отвечу, эта тварь только и ждет случая нас прикончить. А ты
Гермес, прошу! Я ведь кое-что знаю и расскажу про тебя Гере. А я? Не расскажешь. Но я ведь знаю, что расскажешь. Так что соглашусь помочь и буду искать удобного случая, когда ты утратишь бдительность, нанести удар. Похоже, у меня нет выбора. Пока. Эта тварь родом из Тартара, и чтобы оживить ее, нужна еда оттуда. То, что Аид дал Персефоне, зерна смерти. Но здесь, на острове, я знаю лишь одно такое. Тогда я его найду. Сиди тут. Я или эта тварь? Хотя она вряд ли может сидеть. Угу. Что ж, пойдем добывать семена. Вот он загнался, да, там, говорит, это стрёмная птичка, не трогай ее, она тебя убьет. О, какие там все фиолетовые. Блин. А фиолетовое свечение говорит о том, что они очень сильные. Значит, нам надо быть очень аккуратным. Куда нам вообще идти? Покажите, пожалуйста, карту. Вот это да. Мы практически к Тифону в гости наведаемся. Ладно, давай рискнем здоровьем. Я просто попытаюсь это все дело пролететь быстренько, как-нибудь незаметненько. Как-нибудь незаметненько, чтобы меня не впалили. Врата Тартара. Все, у Тартара заказывали? Значит, я буду ходить на стелсе. Так, как стелс-то сделать? Как стелс? Стелс. Стелс. Вот, стелс. Все. Я вспомнил. Походу... О, там сундук, что ли? Вон, сияние свечи. Кажется, меня кто-то впалил. Ага. Я буду очень аккуратным. Очень. Буду как мышка. Меня никто даже не заметит. Мышечка-полевочка. Которая бегает, зернышки собирает. Собственно, зачем я здесь? И бегаю. За зернышком. Да, он сундук там охраняет, смотри-ка. О, может подлететь, свистнуть и потом убежать? Как думаешь, получится, нет? Вот вопрос. Он, кстати, отвернулся. А, у них там патруль, видишь, он меняться идет. Так хочется сундук этот свистнуть. Короче, нифига себе, их там трое. Четверо, все сюда. А это что за тваринка такая? Ты видал, у нее там штук 6 рук, наверное. Смена патруля идет. Так, ладно, не буду рисковать. Я уже близко к семени, поэтому не надо тупить. Получается, что семя, оно где-то внизу. Подожди, а вот это что такое? Это разве не оно? Вот, лежит. Это яйцо вообще какое-то? Взять. А, точно, это оно, зерно смерти. Ну и отлично. Вообще без паники и без каких-либо проблем. Ну, а теперь можно попробовать достать этот сундук, пока все отошли. Открывай, 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 открывай. А, не получится. Давай. Это нас запалили. Нас запалили, Хьюстон. Но был шанс этот сундук открыть. Ого! Нифига себе, он на меня сагрился издалека. Смотри, какая нечисть. Жуткая тварина. Очень жуткая. Хочу пролететь мимо нее. Фига себе. Какая тварина-то, а? Жуткая. Все, бежим. Бежим, 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 бежим отсюда. Let's go. У меня заканчивается выносливость. Надо пожрать грибочки. И лететь. Хавать и лететь. Вот так вот. Почти. Надо не упасть вот в это болото. Чудно. Фух. Ну, как говорится, шли за зерном, и мы его достали. Сейчас накормим птичечку. Долина вечной весны. Вот и грибочки пополним сейчас. Запас. Ух ты, а я не замечал, что тут статуя есть. Пойдем подойдем к ней. И тут пещера какая-то. О-о-о. Сундук, что ли? Ничего себе. Что это такое? Здесь что-то есть. Короче, надо что-то сделать, чтобы здесь появился, скорее всего, портал, где я достану монеточки. Женщина, подскажи, что мне сделать?
Может быть, мне он туда куда-то стрельнуть? Давай посмотрим, что там. Ага, смотри, да. Здесь нужно наступить ногой моей, и тогда испытание начнется. Все ясно. Мы это сделаем чуть позже. Сперва надо помочь птичке. Ты посмотри на это зерно. Оно даже в клюв не влезет этой птицы. Эй, дружок, я нашла... зерно. Мне очень жаль. Да ладно, как насчет жареных крылышек? Угощаю. Что ж, так даже проще. Жареные крылышки уже тут. Я бы на месте этой птицы поджарил его. Ура! Ты живой! О, ты горделивый. Тифон вывел себе заносчивых горящих петухов? Рада встрече, ваша светлость. Пожалуй, назову его Фосфором в честь утренней звезды. Фосфик говорит, что еще слаб, но хочет вернуть силу. Он хочет помочь тебе в твоих странствиях в благодарность за спасение. Ему нравится новое имя. Очень нравится. Правда же, Фосфик? Я говорила, его надо спасти. Злобную птицу нежить? Ну, конечно. Беру слова назад. Ты оказалась права. Эта прекрасная птица покажет нам, где... тайник Дедала с сокровищами, да? Да ну! Того, что построил все на этом острове? Того самого. И там куча электрума, предназначенного для меня. Ах да, есть еще второе зерно смерти, что сделает Фосфика сильным, как никогда. Ну ничего себе. Добро возвращается добром? Кто бы мог подумать? Это что, вопрос с подвохом? Ясно же, что никто так не думает. Чтобы открыть тайник, нам нужно отыскать две подсказки. Нам, значит, тебе. Одна должна быть у костей дракона, другая у акведука. Правда? Фосфик. Я говорил, что он обожает свою кличку. По-моему, Фосфику не нравится, когда его называют Фосфик. Новое задание. Орлиное око. Фосфик, это где? Имя любви. Новое задание. А может, ему и нравится. Я слышу, что он где-то рядом. Облик для Фосфора. Вы можете изменить внешний вид Фосфора с помощью разнообразных обликов. Каждый облик по-разному... Короче, каждый облик имеет какую-то способность. А, так погоди, вот, поскольку он у меня теперь есть... Поскольку он у меня... Да! И у меня есть для тебя облик. Вот этот облик, он что делает? Создает сферы выносливости одну штуку при попадании атакой Фосфора. Угу. Фосфор, подлети ко мне, пожалуйста. Я хочу на тебя посмотреть. Где ты? Эу! Фосфор. Фосфик, хватит со мной играть. Бабочка какая-то летает. Чертов Фосфик. Вон он, я его вижу. Красавец! Мне вот эта форма, конечно, больше нравится. Но у меня нет плаща. Когда я его раздобуду, тогда можно будет применить его способности. Ладно, возвращаем огненную птицу. От нее будет больше толку. В общем так, у меня появились способности этой птицы. Я могу ей как-то управлять. Но как, я пока не понимаю. Пойдем попробуем сразиться с бугаем. Он как раз... Где-то здесь я его видел. Ага, вон он. А это кто там рядом стоит? А, это подопечный. Угу. Ладно, полетели туда. Сейчас попробуем разобраться. А что эта птица способна? Она еще и рядышком со мной летает. Вообще офигеть. Вот это класс. Так. Феникс. Ага, все, он может атаковать. Почему я Фениксом его называю? Фосфик, в атаку! Ой. Что он будет делать? Фосфик, давай, атакуй его.
Пожалуйста. Я не хочу, чтобы меня зашибли камнем. Нифига себе, нифига себе, как он его быстро выстегнул. Подожди, Фосфика, ты можешь атаковать вот этого еще? Вот этого, пожалуйста. Поезжалюсь-то. Какая-то сфера осталась выносливости. Точно, про нее же и говорили. Хопа. Давай, атакуй его. Пожалуйста. Нифига себе, вот это она ему дает. Круто. Стой, 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 не трогай меня. У меня сил нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько сфер. Вот они сейчас выносливость нам и восстановят. Классная штука. Очень классно. Ну что, камушки покидаем? Я знаю, что тебе это нравится. Ты это обожаешь. Оп-оп-оп-оп. Убежали. Здесь столько камней. Слушай, ну, не нарадуешься. Спокойно, не кипишу. Птичка, где ты? Помогай. Круто. Фаербол из неба. Это очень классно. У меня, кстати, как раз выносливость закончилась. Угу. Ага. Передышка. У тебя тоже есть выносливость. Оу. Кстати, каким-то макаром он меня даже не задел. Это удивительно. Постреляем с лука немножечко. Ну, птичка, давай парочку раз его еще отжарь, и я его сверху вот так вот. Есть! Пробили ему броню. Готов! Ну вот, теперь пойдем собирать вот этот вот кристальчик. Получено амброзия. Что дальше делаем? Давай карту, во-первых, посмотрим. Куда нам дальше идти? Что дальше делать? Во, по памяти. А, по пятам. После того, как корни Афродиты засохли, открылся путь в логово Ахилла, где ждал его призрак с мечом в руке. Какое-то испытание. Ладно, давай пойдем туда. Все равно мы тут рядышком. Почему ты снова в этой форме? Эу. Короче, я так понял, он произвольно форму меняет свои. Ну ладно. Нам нужно спуститься сейчас вниз. Вниз, вниз, вниз. Давай спикируем просто, да и все. Вот так вот. И где эти духи? Духи, духи, духи. Где-то здесь. Прям вот-вот-вот. Ого! Нифига себе. Мне туда зайти надо? Я что-то очкую. Смотри, какая пещера на виде черепа злющего. А, это портал. Ничего себе. Или это даже разлом? Ну да, это разлом. Ахилл. Павший герой. Какие-то лазеры появились. И как мне показалось, еще и дракоша тут мой. Да, вон летает. Основное испытание завершено. Спасибо. Вот это что такое? Был какой-то дух. Короче, будем сейчас разбираться по мере всего. Полетел камень. Точнее, шар. Все выше и выше. И что? Для чего? Все, он теперь наверху. А-а-а, понятно. Ясно. Мне нужно, короче, туда по-быстренькому добраться и остановить, чтобы он не упал. А если... А, как? В смысле? Почему ты не зацепилась? По всей видимости, тут нельзя зацепиться. Хорошо. Пойдем еще раз попробуем. Активируем рубильник и бежим. Так, 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 так. Вот, 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 вот. Ловлю, ловлю. Ух, нормально мне так по челюсти прилетело. Вставляем в паз. Делов-то вообще фигня. По фене. Ну, теперь нам сюда. Полетели. Спокойненько. Главное вот в лаву эту не попасть, а то она палит нам крылышки. Ага.
Чекпоинт. Хорошо. Это хорошо. Снова рубильник какой-то. По всей видимости, тут все на шариках этих завязано. На огромных, да? Ага, он появился и покатился. Ну, значит, мы тоже бежим. Бежим, бежим, бежим. Скорей, скорей, скорей. Чёртова... Ай, все забывай, что она не цепляется. Смотри, как на допуретки спускаюсь. Ладно, все, падай уже. Тут мне надо сейчас высоко прыгнуть. И вот так вот сделать. Я бегу, я бегу, я бегу за тобой. И ловим его. Фух. Куда его дальше-то? Куда тебе шарик? А, все понятно. Я его должен здесь опустить. Потом он наверх должен куда-то взобраться. Давай сейчас посмотрим. Давай, вперед. Вперед из песни. Вот он катится. А я его наверху должен поймать, по логике вещей. Да, вот для него тут пас есть. Да, отрубай крылья. Отрубай. Черт, нет, не падай. Не падай, красавец. Лети сюда. Лети сюда. О, он сейчас может упасть. Он сейчас может упасть. Черт. Где он? Фу, поймал, но уронил. Черт. Все по новой получается. Давай, короче, проследим, как камень едет вообще. Давай, скатывайся. Вот он покатился. Отлично, его туда задувает, потом сюда. И вот он полетел. Ага. И вот, по идее, он... Ну вот, получилось на те потоки-то. Ёк-макарёк. Все, он залетел. Почему раньше-то не получалось, когда я здесь его ждал? Кто ж его поймет? Давайте, воздушные потоки, поднимайтесь. Мне нужно добраться вон туда. Полетели мы с тобой. Висёко. О, они поднимаются вместе со мной. Ничего себе, прикольно. Мы здесь, куча змей. Куча стражи. Ничего тут интересного я не пропускаю. Вроде как прямо бежать тут больше и некуда. О. Исцеление. Здоровье полное. Мне нечего исцелять. Так, ладно, я встаю сюда. Нажимаю на рычаг. Чекпоинт у нас активировался. Сейчас здесь кто-то вылезет. 100%. Давай, появляйся. Выходи один на один. Встречен враг, Ахилл, павший герой. Как у меня маска накинулась. Ну, да уж. Я забыл, что он очень меткий. Увернулся. Поворот, поворот, поворот. Постоянно уворачиваться надо. Вот это скорость. Черт, не успеваю иногда. Ого, он очень сильный. Чертов Ахилл. Опа, но у меня есть воскрешалка, не страшно. Афродита одарила меня. Да черт. Капец, он мощный. Бесит, бесит меня. Подожди. Так, хочу попробовать одеть другой костюм. Не, ну ты посмотри, это вообще Unreal какой-то. Он даже пробивает мою... парировалку. Есть, еще раз парировал. Еще раз парировал. И еще... Нет, не получилось еще раз парировать. Ну, кстати, здоровье я ему прилично поднял. Побольше, чем в прошлый раз. Отъедаемся. Есть, парирование. Его же атаки, когда я парирую, в него летят. Не успел, не успел. Черт, не успеваю. У меня гранатов не так много. Ну давай, 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 давай. Давай. Атакуй меня. Есть. Чёртовы. Парирование. Ага, получилось. Еще. Есть. Оглушил его. Здорово. Давай, 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 лупи, лупи его. Мести.
Что, неужели получится его? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо еще эликсир. Эликсир выпить. Каждый раз лучше получается. Все лучше и лучше парировать атаки. Эликсир надо выпить. Выпей эликсир! Дреха, есть эликсир, выпить. Здорово. Еще раз парировали. Не спел. Получилось. Какая напряженка-то. Черт, 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 черт. Я не должен сейчас сдохнуть. Это будет нечестно. Оглушил. Здорово. Давай сверху. Фух-фух-фух-фух-фух. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вернулся. Ну должен, должен его одолеть. Должен. Давай, еще кинь. Получил. Убегаем. Еще раз убегаем. Достал. Негодяй. Ну, что будешь делать? Блин, не успеваю парировать иногда. Очень сложно. Все, гранатиков пожуем, давай. Ну? Увернулся. Еще раз увернулся. Нет, не увернулся. Есть, отразил. Еще разок. Черт, 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 черт. Хаваем. Буквально пару ударов. Ну же. О, получилось. И с последним ударом мучения Акила завершились. Куда ты пошел, братюнь? Отмучился, братюнь. Фух. Думай, Феникс, что бы сделал твой брат? Легерон расправился бы с Тифоном в одиночку, как тогда со всем спартанским флотом. Фух, признайся, эта задача тебе не по зубам. Эмблему Ахилла получили. Это здорово. Наверное. Не знаю, что она будет давать. Короче, предлагаю нам сейчас с тобой вернуться в зал богов и прокачаться. Потому что, ну, я какой-то хиленький. Я сейчас тупо на скилле вывез все это дело. Хотя, с другой стороны, мы дрались с Ахиллом. А это довольно серьезный боец. Это как босс. Так, значит. Посмотрим, что у нас тут по выносливости. 5 молний надо. У меня нету нифига. Монеты есть у меня. Давай что-нибудь прокачаем. Значит, может, дары богов прокачать? О, смотри, тут есть, короче, невидимость. Плащ фосфора, о котором мы читали. Используйте способность фосфора, чтобы стать невидимым для врагов. Так что давай вкачаем. Это классная штука. Стелс всегда нужен. О, смотри, я еще при помощи фосфора могу копии делать. Копия фосфора. Расходую 4 очка деления шкалы выносливости, чтобы создать приманку в виде феникс, которую можно бросить для активации нажимных пластин. Не-не-не, нет, пока мне это не нужно. О, управление точностью. Контролируйте скорость полета стрелы Аполлона. Это очень важная штука при испытаниях. Я хочу. Качаем. Все, монеты я потратил. Больше я прокачать ничего не могу. Итак, давай проверим. Управление точностью. Запускаю стрелу, и я могу теперь ускорить ее полет, либо замедлить. Сейчас проверим. Вот мы летим. Да, действительно, я могу управлять скоростью. Еще раз давай. Стреляем. И вот мы летим быстро, а вот летим медленно. Круто. Все работает. Теперь насчет плаща. Как мне врубить плащ? А, я прочитал. Нужно удерживать Б. Круто.
Круто, круто, круто. И вот на этот плащ у нас есть скин для фосфора, когда он в дракончика превращается. Угу. Все ясно. Так, по оружию и по здоровью. Давай начали со здоровьем разберемся. Прокачаем нашу Феникс. У нас есть 7 амброзий, так что можем улучшить. Здорово. На одну полосочку здоровья у нас теперь больше. Забегаем в кузню и прокачаем, наверное, топорик. И также улучшаем, наверное, мечи. У нас на мечи хватает, а может быть доспехи? А, ну на доспехи совсем другие кристаллы нужны и камни. Хотя нет, одно и то же. Качаем меч, теперь доспехи. Лук. Ну не знаю, луком я вообще редко пользуюсь, не вижу смысла в нем. Прокачаем шлемы. Ну и, в принципе, все. Мы немножечко стали мощнее, сильнее и здоровее. Думаю, что на сегодня это все. Если понравилось, то не забывай ставить палец вверх под этим видео, то есть лайк. И подписываться, если ты еще не подписан. Это очень важно. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.